Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы и все те, кому не безразличен проект «Асинхронные двигатели Дынова». С вами Александр Сударев. И сейчас мы поговорим о том, что было сделано за последние два дня. На опытном участке заканчивается ремонт. Продолжаются работы по обвязке генератора азота и ресиверов. Как можете видеть, к нам поступило довольно много нового оборудования, которое нужно собрать и подготовить рабочие места. Впрочем, как всегда, очень много рутинной работы, которая на видео выглядит не так эффектно, как хотелось бы, но тем не менее она очень важна. А сейчас я кратко расскажу, как обстоят дела в лаборатории. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы смонтировали часть стенда, которая позволит нам заниматься снятием характеристик с мотор колес. Сейчас мы занимаемся отладкой и настройкой этого оборудования. В частности, идет юстирование, то есть мы совмещаем соосность между нагрузочной машиной, датчиком, промвалом. Работаем дальше. Ну а на этом сегодняшний видеоролик подходит к концу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте и регистрируйтесь в личном кабинете официального сайта проекта «Асинхронные двигатели Дынова» для того, чтобы оставаться в курсе самых актуальных новостей проекта. До новых встреч!